Привет, друзья! Вот и подъехала новая подборочка товаров с AliExpress. Для постоянных зрителей провожу конкурс и разыграю вот эти смарт-часы. А в следующем видео я разыграю часы с наушниками, как вы и просили. Если вы хотите принять участие, тогда достаточно поставить лайк, подписаться на мой канал, канал спонсоров и оставить комментарий под этим видео. Как только наберем 500 лайков, опубликую победителя в конце следующей подборки. Всем удачи и скорее переходим к новинкам. Погнали! Левитирующий горшок для растений – это мировая новинка, позволяющая выращивать свои любимые растения в воздухе. Левитирующий горшок обеспечивает равномерное созревание цветка. Вращаясь, растение получает достаточно солнечного света и развивается лучше, чем в обычном цветочном горшке. Летающий горшок состоит из дизайнерского цветочного горшка, который парит над своим основанием с помощью магнитной левитации. Левитирующее растение – оригинальный подарок и неповторимая деталь интерьера вашего дома или офиса. А стоимость такого необычного горшка – $55. Ссылка будет в описании. Радиатор предназначен, чтобы предотвратить перегрев вашего гаджета. С данным девайсом телефон комфортнее использовать во время игр или просмотра видео. Зачастую такого рода устройства представляют популярность в летнее время, так как окружающая среда не в силах сохранить комфортную температуру телефона. Модель выполняется по модульной технологии, в которой совмещается ряд автономных компонентов, выполненных из различных материалов. Такая схема реализации значительным образом уменьшает степень выхода из строя и позволяет телефону не перегреваться. Данная модель охлаждающего устройства подходит для iOS и Android. Цена на AliExpress – $21. Многие из нас зачастую пишут на бумаге или читают интересные статьи, после чего иногда хочется полезные данные сохранить в электронный вид. Это может быть часть кода или описание устройства. Умная ручка сканера позволяет переносить все надписи с бумаги в электронный вид в режиме реального времени. Для этого понадобится такая вот ручка, внутри которой электронные модули и сенсоры. Проведя по поверхности, текст сразу же оказывается в соответствующем экранчике ручки. Теперь возможно его сохранить и перенести на ПК или телефон. А также скопированный текст возможно перевести на другой язык и при этом воспроизвести в аудиоформате. Цена – $135. Существует множество вариантов видеонаблюдения. Некоторые очень легко устанавливаются, а другие нет. На самом деле я был очень рад попасть на эту мини-камеру, ведь она требует минимум сил на установку и легко устанавливается на входную дверь. Времени на установку потребуется минимум. Достаточно установить батарейки, открыть дверь и повесить туда камеру. Займет от силы пару минут, к тому же вы сможете обезопасить себя от нежелательных гостей и при этом, находясь на работе, сможете наблюдать, кто вообще появляется в вашем подъезде, коридоре и не было ли попытки взлома двери. Видео сохраняется как на устройстве, так и в приложении, поэтому вы обезопасите себя и меньше станете переживать за ваш дом или квартиру. На Западе давно пользуются популярностью, поэтому пора прокачивать и наши дома такими гаджетами. Цена – $100. AirBlock – настоящий полноразмерный транспортный робот, которого необходимо собрать из модульного комплекта. В зависимости от типа робота, собранная вами высокотехнологичная игрушка отлично летает, парит над водой, гоняет на скорости, а также быстро разбирается и преобразовывается в другие модели. В разных режимах робот становится высокоскоростным дрейфующим гоночным автомобилем, либо функционирует как судно, которое мягко парит над водой. Присоединение модулей друг к другу происходит за счет магнитного притяжения. Благодаря этому вы можете экспериментировать с формами и творчески преобразовывать вашего дрона. Надежные ограничители для пропеллеров делают использование дрона удобным и безопасным. Цена – $89. Любите сложные развивающие игры? Тогда вам подойдут эти металлические головоломки, которые отличаются особенной сложностью, так как они представляют из себя сплетение различных фигур из железа. Железные головоломки особенно популярны, так как существует огромное количество комбинаций, над которыми можно биться часами в поисках ответа. Головоломки из металла практичнее других, так как они живут дольше остальных, прочнее и выносливее в детских руках. Чаще всего основной задачей является разъединение двух частей.
них все так устроено, что без применения длительного мозгового штурма никак не получится такая простая задача. Тонкость линий и кажущаяся простота обманчива, и порой металлические головоломки становятся серьезным испытанием не только для школьника, но и для взрослого человека. Цена набора – $3. Посттерминал – это мобильное решение для выездной торговли небольших кафе и кофеен. Мощная комплектация терминала, его великолепная автономность и встроенный принтер чеков дает владельцам бизнеса возможность обладать универсальным решением при минимальных инвестициях в автоматизацию своего дела. В активном режиме встроенный аккумулятор может продлить работу терминала до 48 часов, а в режиме ожидания до 14 дней. Он получил престижную награду на выставке IF Design Awards и заслуженное уважение аудитории. Терминал оснащен 3G-модулем, Wi-Fi и Bluetooth интерфейсами, объемной батареей, качественным IPS-дисплеем, встроенной камерой-сканером QR-кодов и принтеров чеков на 58 мм. Лучшего бюджетного помощника на китайской площадке не найти. Ссылка на него в описании, а стоимость $126. В данный резервуар можно налить специальную фосфорную жидкость для охлаждения, которая создаст вид необычной колбы. Встроите его вместе с охлаждающей системой и тем самым украсите системник и приблизите его к настоящему геймерскому компьютеру. В темноте имеет приятный свет, который сделает твой ПК загадочней и добавит чуточку современности. Цена на AliExpress – $24. Переходи и смотри. Уникальное и простое приспособление для фиксации ваших вещей в багажнике автомобиля. Две сверхмощные стойки с липучками, между которыми размещаются сумки и другие вещи, надежно фиксируют их в вертикальном либо горизонтальном положении, прижимая его к стенкам багажника или подпирая их с разных боков. Багажный держатель хорошо закрепится на полу багажника. Главное, чтобы в местах крепления липучек был ворс. Цена $3.30. Попалась на глаза интересная штуковина. Это чудо можно назвать водяным пистолетом, даже автоматом. Стреляет водяными шариками. Как по мне, это один из плюсов. Снаряды относительно безопасны, если их не пытаться проглотить. Для того, чтобы шарики стали снарядами, их нужно напитать водой не менее 3 часов. Подзарядка от АКБ. Заряда хватает на 20 минут боя. Присутствует лазерное наведение и дальность стрельбы до 25 метров. При этом играть возможно с другом, установив приложение на телефон и предварительно закрепив телефон на эту руку автомат. Приложения могут быть режимы с ботами и совместно для групповых поединков. Главной особенностью является механическая система выстрела, которая минимизирует травмы и дает возможность играть таким водяным пистолетом ребенку, но не младше 8 лет. Ведь вы можете быть точно уверены, что травмировать себя гелевыми шариками у него вряд ли получится. Но в любом случае, войнушку лучше вести в защитной маске или спецочках, которые также есть в магазине продавца. Цена – $59. Мини-баллон – это профессиональное дайверское оборудование, которое помещается в рюкзак. Можно спокойно взять с собой в путешествие или на пляж. Также такое оборудование разрешено брать в самолет. Баллон позволяет дышать под водой от 5 до 10 минут. В зависимости от емкости легких и глубины ныряния. Длина баллона составляет 34 см, емкость 0,5 литров. Баллон выполнен из авиационного алюминия и имеет манометр, который показывает, сколько воздуха находится внутри. Стоимость баллона – $95. Удивительное изобретение – магнитный календарь оригинальной конструкции, представляющий вечный календарь, который позволит наблюдать и исследовать законы физики. Полезная вещь для рабочего стола. Магнитный календарь относится к развивающим и обучающим товарам, которые в основном предназначены для обучения детей. Эта конструкция создана на основе магнитов и струн. Магнитный календарь будет полезен для детей и поможет легко запомнить названия и чередование месяцев, дней недели, а также ориентироваться во времени. Цена – $14. Теперь вам не нужно искать бумагу и ручку, чтобы написать свой номер телефона.
Данное устройство поможет избежать конфликтной ситуации с другими водителями, избежать эвакуации авто, либо связаться с вами в случае экстренной необходимости. Номер телефона крепится на двусторонний скотч на торпеду под лобовое стекло. Если нет необходимости оставлять свой номер телефона, нажмите на корпус, и номер будет скрыт. Цифры наборные на магните, поэтому изменить номер телефона не составит труда. Преимущество данной модели – прочная конструкция держателя номера и многоразовое использование цифр. Цена – $8. Если вы любите экспериментировать над созданием различных салатов, то вы точно знаете, как много времени уходит на нарезку овощей и фруктов для них. Но с ручной овощерезкой весь процесс приготовления займет гораздо меньше времени и сил. Ручная овощерезка поможет вам быстро нашинковать овощи или фрукты для любого блюда, сэкономив при этом не только время, но и силы. В наборе к овощерезке идут три различных типа ножей из нержавеющей стали, которые позволяют вам нарезать как крупные ломтики, так и измельчить овощи и фрукты до необходимых размеров. Цена – $23. Ссылка будет в описании. Хотите обедать на работе теплой и аппетитной едой? Используйте электрический ланчбокс с подогревом 220. Специальный электрический контейнер позволяет нагреть еду до комфортной температуры. Идеально подойдет для студентов и офисных работников. Также это не только ланчбокс, но и пароварка. Устройство используется для приготовления на пару риса, гречки, овсянки и других круп. Также в ней можно сварить яйца в специальном лотке, входящем в комплекте. Быстро, просто и без мороки. Цена – $77. Набор распылителей для масла и уксуса. Это замечательный подарок всем ценителям здоровой и вкусной пищи. Распылители предназначены в первую очередь для уксуса, растительного масла и соевого соуса. Емкость выполнена из стекла, благодаря чему вы можете оценить количество оставшейся жидкости. Крышка распылителя сделана из нержавеющей стали, что делает ее долговечной. Нажатием пальца на колпачок вы можете распылять налитые в емкость жидкости на пищу во время ее приготовления. Распылители позволяют экономно и целенаправленно дозировать масло, уксус, соусы и многие другие жидкости. Цена – $4.80. Настенный держатель под розетку – удобное решение для тех, у кого короткий провод зарядки. Вы можете вмонтировать этот органайзер в удобную вам розетку и заряжать там ваш телефон. Замечательное решение для тех, у кого розетка находится в неудобном месте. Повесив рядом настенный держатель, вы всегда сможете воспользоваться вашим устройством. Крепится под розетку и не портит внешний вид комнаты. Цена – $3. Больше не надо спешить домой, чтобы выпустить животное на улицу через определенный промежуток времени. Благодаря этим вмонтированным дверцам вы перестанете волноваться, попадет ли питомец домой, если вдруг он загулял немного дольше. Система блокировки дает владельцам возможность контролировать движение своего любимца. С такой мини-дверью ваш питомец будет самостоятельным членом вашей семьи и в любое время сам выйдет по своим делам на улицу и таким же образом вернется в дом. Цена – $6.50. Лопата Multitool – это прекрасный выбор для автомобилистов, садоводов, туристов, любителей кемпинга и походов, так как может заменить собой сразу множество необходимых инструментов и приспособлений, которые могут понадобиться во время различных мероприятий на свежем воздухе. С одной стороны на полотне лопаты имеется рифленая поверхность, поэтому ей можно распилить даже небольшую ветвь. В наборе присутствует нож, стеклобой и пила. Доступный инструментарий данной модели включает в себя ряд приспособлений, которые являются базовыми для портативной туристической лопаты. Цена на AliExpress – $10. А этот приз я разыграю среди своих подписчиков. Достаточно поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий для определения победителя в специальной программе. Как только ролик наберет 500 лайков, опубликую победителя в конце видео. А чтобы ускорить процесс, поделись видео с другом и предложи поставить лайк. А вот и победитель из прошлого конкурса. Пиши мне в Instagram и получай приз.